Всем привет! Сегодня хочу предложить вам приготовить запеченные крылышки с картофелем, а изюминку этому блюду придаст карамелизированный лук. Начнем! Для этого нам понадобятся куриные крылышки, картофель, красный лук, карри, соль, черный перец, тимьян, базилик, растительное масло, майонез и бальзамический уксус. Крылышки помыли хорошо, порежем их пополам, чтобы они были вот такими небольшими кусочками. Картошку режем вдоль на 4 части. Крылышкам добавляем карри, соль по вкусу, черный перец, тимьян и базилик. Немножечко растительного масла. И майонез. К картофелю мы также добавим ложечку майонеза. Немножечко растительного масла. Соль. Черный перец, тимьян и базилик. Все хорошо перемешаем. Курицу выкладываем на противень для запекания или в стеклянную форму, так как вы привыкли запекать. Картошку кладем между крылышками. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем до полной готовности 35-40 минут. Пока запекается картошка с курицей, мы с вами сделаем карамелизированный лук. Лук нарезаем кольцами и будем его обжаривать. На среднем огне мы хорошо обжариваем лук. Вот он уже начал у нас поджариваться. Лук почти готов. Мы теперь немножко добавим соли. Коричневый сахар. Я добавляю, ну вот, столовую ложку, но не полную. Хорошо перемешиваем. Теперь нужно будет почаще перемешивать, потому что сахар плавится и будет давать карамель, чтобы не очень сильно подгорало. Лук у нас почти готов, появляется уже такая красивая карамель. Теперь прикроем крышкой на пару минут, чтобы лук стал мягким. Я добавила еще немножечко растительного масла. Теперь добавляем бальзамический уксус. Можете добавить винный уксус. И накроем крышкой еще на пару минут, и лук готов. Вот такая красота получилась. Накрываем на стол. Друзья, наше блюдо готово. Посмотрите, как получилось красиво и вкусно. Картошка с крылышками поджарились, а вкус будет дополнять лук с карамелью. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал и не пропускайте новых рецептов. Спасибо, что были с нами. Прошу к столу и приятного вам аппетита!